Я не считаю, что есть неудачный проект. Это самый удачный проект 20 века и 21-го. Очень успешный. Вот, потому что, ну, во-первых, почему мы туда ездим тогда, туда отдыхать, например, да? Почему мы туда стремимся все? Несмотря на все разногласия, да, все равно иногда даже у наших политиков, даже таких, как бы, очень одиозных, да, проскальзывает, дескать, вот мы готовы, да, там, если вместе вот быть, то мы готовы вступить в ЕС, да, например, или создать этот коридор, да, там, от Лиссабона до Владивостока. Вот. Поэтому я считаю, что это очень удачный проект. Вся проблема там, собственно, и чем недовольны англичане, то это все понимают. Это в первую очередь, конечно, этот поток мигрантов, которые там из Африки, да, из Ближнего Востока воюющего, просто эти полчища мигрантов, как бы, и понятное дело, что это может быть какой-то часть какого-то плана там по развалу Евросоюза, да. Еще Муаммар Каддафи, когда еще был жив, он обещал, в общем, Европе, что он просто не будет воевать с Европой, он просто туда зашлет просто всех там жителей, там организует лагеря по переправке туда нелегальных мигрантов, и, в общем-то, Европа развалится на этом поле. Поэтому Европа сейчас — это главная проблема для нее, они решают эту проблему. Вот, но это не повод для развала. И в Британии эти дискуссии идут очень долго уже по поводу, нужен Евросоюз, не нужен Евросоюз. Но на самом деле, то есть, проблем там я не вижу таких больших, потому что те люди, которые за Евросоюз в Великобритании, у них очень важный есть и очень веский аргумент, потому что присоединение Великобритании к Германии, даже несмотря на то, что валюта как бы осталась фунт, да, то есть даже при этих условиях экономика Британии в целом, она выросла просто в разы. Вот. И выход из Евросоюза, то есть это будет огромная потеря для экономики. То есть, ну, пусть они вспомнят времена Тэтчер просто, пусть они вспомнят закрытие шахт, там, рудников и прочее, прочее. Это был шок для Великобритании. Великобритания этот шок пережила. Сейчас живет вполне себе сладкой, богатой жизнью. И что-то менять, я не думаю, что даже если будет референдум, британцы скажут так вот резко, давайте мы поменяем и будем жить совсем как в раю, отдельно от Европы. Этого не будет, не получится. Я не верю, по крайней мере.